Несмотря на то, что утром центр города был заблокирован, министры попали на работу. Кто блокировал и что говорили на Кабмине у Ольги Клюевой? Сегодня утром весь правительственный квартал в милицейском оцеплении. Аптека моя, де я не заперечую, ну, того, что вам потрібно в аптеку. Да. Стоїть кордон. Чого? І всіх. Та звідки я знаю, чого я Я давав присягу Україні. Все подъезды Грушевского перегорожены автобусами. Добираться до работы министрам пришлось пешком. На сегодняшнее заседание министры добрались без препятствий. Возле здания Кабмина ни одной баррикады и ни одного пикетчика. Через милицейское оцепление пропускают только сотрудников Кабмина и аккредитованных журналистов. Премьер открывает заседание призывом успокоиться. Заспокойтесь. Идется только про расчистки дорог для обеспечения жизнедеятельности столицы. Зима. Зараз зима, кто забыл. Треба расчищать улицы. Треба, чтобы наши люди мали возможность добираться транспортом. Глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям убеждает, это киевляне жаловались, что Майдан проехать не дает. Есть масса обращений граждан, когда они возмущены. Люди должны проехать. Аварийно-спасательные автомобили, медицинские автомобили должны иметь возможность проехать до места выполнения своих задач. И баррикады всевозможные, которые строятся, мешают и затрудняют выполнение задач. Министр здравоохранения заверила, что минувшей ночью с отравлениями газом и телесными повреждениями с Майдана никто не обращался. А премьер пообещал, что правительство не будет рассматривать никаких документов о вступлении в таможенный союз. Ольга Клюева, Максим Соколик. Подробности телеканал «Интер».